Очередная долгожданная посылка от Сибирского здоровья. Предлагаю нам с вами вместе ее открыть и посмотреть, что же там такое. Так, ну начну я с чего? Со своих любимых вкусняшек. Я вообще перестала, девчонки, есть химозные вкусняшки, мармеладки из магазина. Ну, потому что там кроме химии и сахара никакой пользы нет. Наши же вот эти вот обалденные мармеладки, они не просто вкусные, они еще и полезные. У нас здесь иммуномармелад с цинком. Да, если вы хотите хороший крепкий иммунитет, то цинк нам необходим. А здесь он еще и вкусный. Это бьюти-мармелад с биотином. Мы кушаем вкусняшки, становимся еще симпатичнее, чем есть. Хотя куда уж симпатичнее. Ну и, конечно же, мармелад, кактус, инжир. Вот этот я ни разу не брала, честно говорю, поэтому не знаю, какой он по вкусу. А вот эти два я очень люблю. Что же у нас дальше идет? А дальше у нас с вами идет, девочки, витамин D3. Потому что витамин D3 один из самых главных витаминов для нашего иммунитета, чтобы быть здоровыми. Как показала практика и статистика, витамин D у всех ну просто ниже плинтуса. Я сдавала анализ, мама моя сдавала анализ крови. У меня 13 единиц, у мамы 18. Норма, минимальная граница нормы 30, а вообще должно быть от 60. Вот и думайте, о каком иммунитете может идти речь. А кроме того, для женщин витамин D еще важен, потому что когда начинает период климакса наступать, снижается выработка половых гормонов и у нас вымывается кальций. А витамин D3 очень важен для правильного усвоения кальция. Не будет витамина D3, кальций усваиваться не будет. Но, в общем, короче говоря, переломы – это наше все, если этим вопросом не заниматься. Поэтому, девчонки, независимо от того, вступаете вы в период климакса или нет, витамин D3 нужен обязательно всем, потому что нужно, чтобы косточки были крепкими, а иммунитет был сильным. Ну и, кстати, недостаток витамина D3 еще может привести к повышенным рискам онкологическим и, кроме того, к рискам аутоиммунных заболеваний. Это тоже ничего хорошего, поэтому лучше об этом ничего не знать и не встречаться. Дальше я взяла здесь свою обожаемую, любимую зубную пасту. Вот, девочки, паста есть разная, а вот эта паста хороша тем, что она, во-первых, на 98% натурального состава, а кроме того, какой у нее состав. Тут натуральный клеточный сок пихты, кора дуба, масло пихты эфирное, паста из хвои. И, в общем, тут вся Сибирь в этой коробочке, вот в такой вот пасте. Сейчас я вам ее открою, покажу. Она такого коричневого оттенка. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, она такая коричневатая. Запах изумительный, как будто вот прям елкой пахнет. Вот пихта, это все на самом деле очень полезно. И я хочу сказать, что вот эта паста, были случаи, когда не мне, мои коллеги писали, болело горло, нечем было попшикать. И вот эту пасту рассасывали, и даже горло меньше болело. Поэтому если у вас стоматиты, гингивиты, кровоточит десна, и это вот то, что вам нужно. Вот эта паста просто будет спасением. Поехали дальше. Вот это я очень сильно хотела, девчонки. Это туалетная вода. Туалетная вода с жасмином. Фруктово-жасминовая. Сейчас я ее открою. Я ее взяла просто наобум. Я обожаю жасмин. Вот просто очень люблю жасмин. Я даже не стала сомневаться. Ну-ка. Боже мой, девочки. Это красота. Это знаете, на что похоже? Это любимая туалетная вода моей молодости. Когда мне было 17 лет, я впервые купила духи Экскада с запахом лилии и жасмина. Это сказка, как изумительно. Боже мой, это, наверное, будет моя самая любимая туалетная вода. Это изумительно. Здесь что-то такое фруктово-жасминовое, легкое, весеннее. Девчонки, обалденный запах. Слушайте, если вы любите жасмин, если вы любите что-то такое легкое и весеннее, это вот прям реально ваше. Мега крутой запах, не надышаться просто. Я вам от души рекомендую. Слушайте, я ни капли не пожалела, что я их купила. Хотя у меня были сомнения, ну как-то вот все-таки, да, но вот очень крутая вещь. Девчонки, прям очень от души советую. Так, поехали дальше. Так, интеллектуальный ночной крем с мелатонином взяла для подарочка.
любимой подружки. У нее скоро день рождения. Поэтому, друзья мои, ну, я вам недавно показывала, что такое крем с мелатонином. Наша кожа, как и мы, ночью спит, отдыхает, но при этом еще и обновляется. Да? То есть вот эта хронобиология, которая важна для нашей кожи, для хорошего обновления наша кожа должна спать и отдыхать. И вот здесь растительный мелатонин в составе, который помогает нашей коже очень хорошо регенерировать за ночь, ну и прекрасно выглядеть на утро. Открывать коробочку не буду, сами понимаете, подарок. Я вам недавно показывала, как он выглядит. Кстати, я этим кремом с мелатонином уже намазала, сейчас спать скоро пойду. Так, дальше. Вот это вот нежная эмульсия, очищающая для лица. Почему я ее взяла? Во-первых, моя умывалка кончилась, а это новинка, решила попробовать. Плюс у меня у сына есть определенные сложности с кожей, прыщики, высыпания, мы с этим боремся. И вот эта вещица, как мне посоветовали, говорят, хорошо очищает кожу лица, и подросткам в том числе, когда вот у них вот это вот все за счет гормонального перестройки идет, да, очень хорошо очищает. Давайте мы ее с вами откроем и понюхаем. Так, ну она у нас вот такая вот белая. Сейчас мы... Вот видите, беленькая. Очень приятная по запаху, на ощупь. Потом вам расскажу, как она в деле будет. Но вот пока по запаху очень нравится. Отзывы, кстати, были очень хорошие. И дальше мы смотрим. У меня вот такие вот 100% натуральные витамины. И у меня здесь стресс-релив. Стресс-релив я купила себе, это эко-упаковка, это классическая упаковка. Значит, вот это 100% натуральный витамин для моего ребенка, для сына. Он у меня, его фиг накормишь на самом деле, рис, гречка, макароны, больше ничего не ест. В общем, будем улучшать с ним его дефициты витаминов и минералов, будем убирать. Здесь изумительный состав, а главное, все абсолютно натуральное, то есть никакой химозы, ни капельки. А вот это стресс-релив. Это тоже 100% натуральный состав, шикарный состав для успокоения нервной системы. Буду свою нервную коробочку восстанавливать, успокаивать. Вот здесь у нас, кроме магния, здесь еще есть тианин, глицин, да, флавоноиды. В общем, много всего растительного, интересного, хорошего. Вот такой вот шикарный наборчик. Поэтому буду спокойно, как танк. Ну, а еще и буду очень красивая, потому что вот этот вот крем с мелатонином, мне кажется, прямо на лицо. В общем, девочки, дорогие мои, если у вас есть вопросы, пишите мне в личные сообщения. Всем помогу подобрать и продукт, и по возможностям дополнительного дохода сибирским здоровьем тоже проконсультирую. Будем не только здоровье улучшать, но и финансовое ваше благосостояние. Пока-пока!